Сейчас мы с тобой попытаемся скрафтить СГ-бульдозер в очень низком для него флоте. Да. Если повезет, может упасть даже чаша и пищать, но там будет очень маленький шанс. Очень маленький, но попытаемся. Поехали. Четыре зелени. Да. Вот темный век, из него падает пещерная чаша. Одна штучка кладем. Всего лишь одна. Да. Раз. Два. Четыре. Вот отсюда выскакивает М4 Нитро. Это плохой очень вариант. Но он стоит там копейки, там рублей 200. Mm-hmm. Вот отсюда выскакивает СГ-бульдозер желтенький. Нам он один раз падал, да? В хорошем качестве. Будет с очень низким флотом. Это будет реально очень редкая кубка. Она будет максимально чистая. Вот. Ну, отсюда чаша пищаль, как бы, это фаворит. Мы как бы за этим не особо гонимся, это мы полсы кладем, ну, типа, знаешь, а вдруг? А вдруг? Вот. А вдруг сам друг. В принципе, бульдозер нам контракт более чем окупит в любом случае, а он еще будет, может быть, с очень низким флотом, это будет очень хорошо. Может упасть также дуал берета дуэлист, но... Это не надо. Она не надо, да, но пригодится для будущих крафтов, но мы с тобой уйдем в минус примерно процент, наверное, на 30-40. Вот, а вот отсюда чаши пищаль. Ну что ж. Поехали. Это очень редкий бульдозер. То, что мы хотели. Сейчас посмотрим, флот у него. Это шикарненько. Ну, это просто редкий. Это очень редкая штука. Ну-ка, по использованию, по новизне. А, вот этот красавец. Это просто вообще... Муха! Это муха не сидела просто. Смотри. А, ноль это... Это уникальный флот. Уникальный флот. Это прям практически к минусу, потому что у него минимальное значение 0,6. А здесь вот семерка там стоит, да, потом дальше. Я считаю, что просто прекрасно. Ну это офигенно. Мы его тут же заменяем. Себе оставляем, все. Ну, я думаю, что такого бульдозера на рынке там на игра. А его нет просто на рынке. Ну, просто, да, просто нет. Это уникальная тема. Я его пушку стою там 7 100-тысячных клал. Это хрень. Это уникальный флот. Уникальный. У моего друга, Франкфуртер из Аляски, у него бульдозер хуже качеством, чем у меня. Это пипец. А у него, поверь мне, иногда супер. Слушай, думаю, мы были офигенно, потому что просто рай. Hello, Франкфуртер! Рай.